Всем привет, автосалон G-Tour. Смотрите, машину купили и еще вот такую же, только белую. Сейчас оформляю документы и тоже машину заберут. А вот смотрите, у нас тоже X90+, и в таком синем цвете. Тут еще подсветка такая, не совсем понятно. Давайте так отойдем. Смотрите, какие колеса. Вот, видите, такой цвет. Легкая тонировка. Ну, красивая машина смотрится. Огромные экраны. Кожный салон с перфорацией, с люком, с панорамной крышей и так далее. Давайте смотрим, сколько стоит машина. X90+. У нас лакшери комплектация. Двигатель 190 лошадок, 1.6 турбо. Привод передний, крутящий момент 275 ньютон-метров. Объем багажника до 1634 литров. Пятиместная машина. Дорожный просвет 210 миллиметров. 3 590 900 рублей стоит машина. И с акциями 3 119 900 стоит вот эта машина. И здесь технические характеристики. Вот так она смотрится в салоне, да, всегда четко, все красиво. Намыто, натерто, адаптивный круиз, вот все есть. С рейлингами понятно, да? Такие дела. Вот еще у нас есть, смотрите, такая вот моделька Dashing. Сбоку смотрится так машина. Достаточно прикольные диски с тонировкой. Обратите внимание, у нас здесь нету акулевого плавника. И, собственно, вот так машина смотрится сзади. Датчики парковки, все это имеется. Вот так все это открывается. Электрорегулировки, комбинированное сиденье. Три подголовника. Ну, китайцы заявляют, что эта машина, она такая молодежная. И обратите внимание, непривычно, да, китайцы видеть механику. Шестиступенчатая механика, кнопка запуска двигателя, беспроводная зарядка, разъем Type-C и USB и точно такой же большой экран. Ну вот как-то так. Такие вот, видите, вот шарики здесь. Крутишь этим все. Давайте смотреть, сколько стоит эта машина. Если я правильно помню, это у нас комплектация должна быть комфорт. Нет, комфорт плюс. Тип трансмиссии механическая, привод передний, понятно, 5 мест. Объем багажника, ну почти 1000 литров, да? И двигатель здесь стоит 1.5, турбо, 147 лошадок. А в самом жире будет стоять мотор такой же, как вот здесь. Крутящий момент 210 ньютона-метров. Ну, здесь написано 160, на самом деле, мне кажется, больше. Цена без учета всех акций 2 589 900. И с учетом акций, подробностей в отделе продаж, 2 239 900 рублей. Ну то есть, да, опять же, я хрен его знает. Уж простите мне за мой французский. Со скидками, да, со всеми. 2 240. Вот такая огромная машина на механике, да. И, допустим, какой-то, я не знаю, Jetta VA3 на автомате, да. 2 300 стоит. Ну черт его знает. Я так понимаю, что с роботом бы машина стоило чуть дороже. Так вы здесь получаете сколько машины и сколько там. Идем дальше. Еще один Dashing в белом цвете. Ну понятно, что с люком. У нас элит комплектация. Давайте смотреть. Потому что так, это у нас 1.5 турбо, 147 лошадей, привод передний, ну, мест, понятно, все такое, все то же самое, 2 939 900 и 350 рублей тысяч скидка за 2 589 900. Вам эту машину отдадут. Ну а если вы хотите купить такую или иную новую машину выгодно,
то обязательно заходите на сайт автоспот.ру. Тут собраны все предложения от официальных дилеров, сразу со всеми скидками, акциями и предложениями. Вам не нужно ездить по всем автосалонам, смотреть, какая комплектация, какая машина, у кого есть, у кого нет. На сайте вы сразу видите именно те предложения, что стоят в данный момент у дилера. А чтобы зафиксировать за собой скидку, вам достаточно выбрать марку, модель, цвет, комплектацию, вбить номер и телефон. Все. За вами машина бронируется, с вами связывается менеджер, обсуждаете детали сделки и едете забирать автомобиль. Все просто, а сайт бесплатный. Пользуйтесь, ссылку оставил в описании. Да, у них почему-то нету вот этих цен. Ну, смотрите, у нас 1, 2, 3, 7 цветов. Галактический черный, ванильный голубой, призрачный серый, лунный белый, шелковый красный, изумрудно-зеленый, светло-зеленый. И есть салон еще серо-белый и красно-черный. Вот такие вот есть еще цвета. Просто я помню, что в лакшери, да, по-моему, в лакшери комплектации, то есть лакшери есть с таким мотором и есть лакшери с более мощным мотором. Но почему-то в лакшери с младшим мотором примерно вот так же здесь все сделано, а уже в самом топе здесь чуть-чуть так панелька уходит вверх и обрывается, то есть там вот место вообще пустое. Давайте посмотрим, что тут. Ну вот видите, как машина смотрится уже с таким селектором, то есть там механика, да, а тут видите, у нас уже все вот так, аварийка, все работает. Тут, в принципе, опять же то же самое все, только единственное, что какие-то отличия там в тонкостях, допустим, в комфорте нету почему-то люка и подаю сиденье, по-моему, вот так. Как-то вот они вот так все это поделили, а так все остальное есть. И тут, видите, у нас нет подсветки в зеркалах. Ну, то есть, вот такие тонкости почему-то, да, как, ну, они тоже, видимо, пытаются как-то эти комплектации развести. Не знаю, правильно это или нет. Ну, тут, видите, в виде фиксаторов такие вот резиновые такие, так сказать, выпуклости. Ну, нормально, нормально. Катался я на топовой машине с мощным движком. Конечно, шустрая тачка. Вот такой машины нет на тесте. Хотелось бы и с таким движком проехать. Смотрите, какой цвет прикольный, да? Такой серый. Вот, давайте мы посмотрим здесь. Смотрите. Видите, да, вот это у нас вот, я так понимаю, самый-самый жир. G-Tour. У пассажира тоже есть электрорегулировки. Видите, у нас светлая такая вся тема. Светлая, как кожа. Огромный такой подлокотник этот вам в глубину. Вот, видите, здесь тестовая машина, я когда катался, показывал, что в той машине она еще, ну скажем так, до какого-то обновления, и тут идет вот это все пластик, а тут же, видите, все отделано мягким. Но вот так аварийка, и тут видите, как раз и все это обрывается. Тут еще есть лампочка, то есть подсветка, вон видите, на руку, смотрите, подсветка есть. Много места, сюда ставится телефон. Я думал, будет падать. Нет, нормально, ничего не падает. Это у нас, видите, рычаг переключения передач. Вот они, все эти буквы всем знакомые, да? Ну и вот такой руль. То же самое. Поначалу думал, ну все, капец, будет неудобно. Нет, едешь нормально. Этот срез уже всем привычен. Вот тут думаешь, ну все, тоже. Буквально пару кварталов проехал, и все, уже кого-то так и должно быть, все нормально. Здесь, видите, у нас такие ставки в дверях еще. Все электростеклоподъемники, здесь куча динамиков, очень много подушек безопасности. Имеется также люк, видите, как все, светлая кожа. И вот в этой комплектации должен стоять мотор уже 190 лошадок. Единственное, что опять же, с непривычки, я когда катался, ну, движок выключил, а экран работает. Он яркое такое пятно,
И нужно было положить сюда документы и вот так вот пытаясь прикрыть, а все равно слепит, да? И пока я нашел эту кнопку, ну не знаю. К этому тоже всем нужно привыкать, видите, как тоже здесь подсветка, мягкий верх и так далее. По поводу большого экрана, вот честно говоря, ну, наверное, это все стильно молодежно, вот, но, как по мне, так, может быть, наверное, и такие и не стоило бы большие делать. Тут же, видите, датчики парковки есть, ну, красиво смотрится, да, красиво, двухэтажная оптика. Смотрим, здесь адаптивный круиз. Да, смотрите, это у нас уже лакшери с более старшим мотором. 1.6 турбо, 190 лошадей. Тип трансмиссии автоматическая, 7-ступенчатая. Привод также остается передний, 275 крутящего. Багажник по объему такой же. Количество мест 5. Ну и тут написано. Вот, значит, смотрим. 3 289 900 стоит машина без учета всех акций. Со скидками. 2 939 900. Вот такая вот тема. Понимаете, да? Идем дальше. Еще один X90+. Сколько стоит этот? Элит комплектация. Робот 7-ступенчатый, привод передний. 5 мест. 2-литровый движок. 245 лошадей. 3 719 900. И со скидками 3 319 900. Вот так. Давайте посмотрим, что в салоне. Такая резина. Комплект, видите, уже идет в подарок. Ну, добро, хорошо. Видите, у нас проекция. И тут проекция, везде проекция. Обратите внимание, у нас не черный салон. Здесь все сделано мягким. Подсветка. Ну вот. 245 лошадок. Смотрите, какая подсветка. Место для телефона. Что интересно, вы кладете его вот так, ну, скажем, вертикально, а зеркалится он горизонтально, отлично. И также руль. Видите, с какого цвета. Как по мне, так я катался, я не помню, сколько было, 190 ли лошадей. По-моему, вообще за глаза. Знаете, тут еще все на улице, вставки под дерево, черный салон, и тут подсветка, вот видите, какая, какие-то горы, то что-то такое. Ну и тут вот свет такой, видите, вот так. Ну так вот послушать, люди, слышите, человек, а есть такая еще белая? Да, говорит, есть. Вот хочу, чтобы было белое, и в ней был белый салон. Понимаете, как люди приходят, уже начинают торговаться, и машина все эти покупается. Также есть подсветка здесь по салону и так далее. Ну что, собственно, мы, наверное, с вами все уже посмотрели. Да, все посмотрели. Пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем пока, счастливо. Вот еще, смотрите, X70+. Он здесь стоит отдельно, он уже продан, сейчас все оформляется. Там уже вместо него поставили машину другую. Видите, уже и резина. Это в подарок зимняя. Всего лишь две комплектации. Вот, X70+. Смотрится, конечно, красиво. Ну, то есть, чисто когда такой классический вид. Всего две комплектации, они там не особо чем отличаются, и, в общем-то, здесь уже стоит мотор 1.6 190 лошадок. Такая вот машина.